Маша, пару бросочков сделай. По три, по четыре, просто тихонечко, чтобы хоть упасть. Thank you.
Машенька, Маша, чуть-чуть дальше. Тебе нужна что, милая моя? Ну, во-первых, посмотри, да? Научиться сопернику заходить назад. Два, когда ты садишься, переворачиваешь. В принципе, хорошо. В одну сторону, в другую. Переворот, удержание, уходишь ножками между ног. Здесь нужно делать. Болевой делает на ручку с переходом на удушающий. Очень интересный прием. Сейчас Маша продемонстрировали мне. Thank you.
Ленинку. Машука. Попадука. Уже заранее просто отпускать здесь. Ручки убирай, достает Машка, да? Здесь ручку надо убрать, надо ручку. Нельзя. Очень плохо у тебя будет. Thank you.
Ну, надо заставить Машу подхват делать. Может быть, бросок через бедро захватом, одной рукой переходим на ногу. Ну, так хорошо залезло. Ну, сажай обратно. Ручку-то надо отпустить вниз, не вверх ставить к голове, а опустить вниз, а потом резко схватить голову, чтобы был фаза была полета руки. Так, хорошо. Ну теперь цеплять же надо, цеплять. Рука-то сверху, близко стоишь, нога. Контратака противника через бедро, переходишь на подхват. Движение левой рукой вперед-назад. Ага. Вот интересно. Смотрим, может, мы так сможем. Угу. Что здесь получился, даже бросок. Интересно. Что значит работа ногой? Оно и легче броски идут. Раз, два. Вот нагрузи ручку вниз, нагрузи, подсекни. Все, влезай, ручку выше, ну, и отпускаешь, сюда захват. Маша, Golden Score, Доброска. Собралась. Активнее, Маша, активнее надо. Активнее, Маша, бросок нужен. Активнее, Маша, активнее. Это... Давай, влезай, Маша, не стой. Надо влезать.